Томской области выполнено около 90% годового плана губернаторской программы дороги. В текущем году планируется отремонтировать более 60 километров местных дорог в 18 муниципальных образованиях. 7 муниципалитетов уже выполнили план этого года. Это город Кедровый, Асиновский, Бахчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский и Парабельский районы. Зырянский, Кожевниковский, Кривошеинский и Шигарский районы выполняют работы на дополнительных объектах благодаря экономии средств от выполнения годового плана программы. Дорожно-ремонтные работы продолжаются в Александровском, Молчановском, Первомайском, Тегульдетском, Томском, Чаянском районах и городе Стрежевом. Специализированные организации, включая специалистов Томского государственного архитектурно-строительного университета, осуществляют строительный контроль на всех этапах работ. Напомним, программа ремонта местных дорог в Томской области реализуется с 2016 года. За это время более 770 километров дорог были приведены в нормативное состояние.